Привет, друзья, подписчики, и привет всем, кто смотрит мои видео. Итак, в этом видео ответ на вопрос. Каких проблем ждать автовладельцу, если не чернеет моторное масло? Многие автовладельцы начинают нервничать, когда видят темное и почерневшее моторное масло. А у тех, у которых смазка всегда чистая и прозрачная, наоборот, хвастаются и радуются. На самом деле, стоит ли радоваться, когда масло в двигателе всегда чистое? Как уверяют специалисты, иногда, когда масло в двигателе не чернеет, катастрофически это опасно. Чтобы разобраться в этом вопросе, нужно вспомнить, как работает моторное масло в моторе. Масло состоит из основы разных типов. Минеральной, полусинтетической, либо синтетической, в которой растворены всевозможные присадки. Причем доля присадок в составе некоторых видов смазок достигает до 20% объема. Масляная основа отвечает за уменьшение трения между трущимися частями механизма. А присадки помогают ей в этом деле. И также выполняют функцию предупреждения вспенивания, повышения рабочей температуры смазки, препятствования ее окислению и прочим. И в том числе присадки улучшают моющее средство моторного масла. Дело в том, что в процессе сгорания топлива в цилиндрах неизбежно образуется копоть, нагар и прочие твердые частицы, а также продукты неизбежного угара самого масла. Все это может оседать на поршнях, на поверхностях камеры сгорания, на клапанах, масляных каналах блока цилиндров. Конечно, эти отложения плохо отражаются на работе движка. Обилие нагара и копота может вызвать даже фатальную поломку силового агрегата. По этой причине так называемые моющие свойства любого моторного масла крайне важны. И чернота жидкости, которую мы видим на шупе, контролируя уровень смазки в моторе, это как раз хороший признак. Разумеется, если дело происходит при соблюдении интервалов замены масла и фильтра. Темный цвет масла означает, что специальные присадки хорошо выполняют одну из своих непосредственных обязанностей. Растворяет все эти нагары и отложения, не давая им осесть в внутренностях движка. При смене масла вся эта гадость будет благополучно удалена. А вот если после очередной такой операции авто пробежало уже многое количество тысяч километров, а смазка все еще прозрачна и чиста, это означает одно – она не выполняет своих функций. Вся дрянь, образующаяся при сгорании топлива, остается в двигателе, в ускоренном темпе приближая ее к капитальный ремонт. Моторное масло с такими свойствами следует немедленно слить, заменить новым и больше никогда им не пользоваться. Ну и в конце видео просьба подписаться на канал, ставьте лайки, делитесь и комментируйте, пожалуйста. Спасибо всем за внимание.